аппарата осуществляется расстановка согласно приказу. Упражнение выполняет командир кинологического подразделения Кокарев Максим Александрович с служебной собакой «Байкал». Возраст собаки 7 лет. 2013 год собака находится на службе в органах внутренних дел. Один из самых опытных псов в нашем подразделении. Участие кинолог подразделения Шапошников Кирилл Андреевич, служебный собак по кличке Гай. Возраст собаки 5 лет. Прошла обучение в Ростовской школе служебно-розыскного собаководства. Неоднократно принимала участие в различных соревнованиях и занимала призовые места. Пресекается попытка насильственного освобождения подозреваемого обвиняемого со стороны третьего лица. Попытка успешно пресечена. Также при помощи служебной собаки будет осуществляться сопровождение до служебного автомобиля. Собаки натренированы непосредственно исключительно на спецконтингент. Поэтому на сотрудников они реагировать не будут. Но на спецконтингент реакция незамедлительная. Сейчас производится досмотр подозреваемого обвиняемого. Собака наблюдает и готова к активным действиям. Ни одно передвижение конвойных нарядов в каждодневном режиме не осуществляется категорически без служебных собак. Thank you.